Так, всем добрый день. Мы ходим в Нижнем парке, катаемся на велосипеде. У нас сегодня жара по 30 градусов, в принципе. Тополиный пух летает уже. Что-то рано в этом году тополиный пух. Вот. Так что вот такие вот дела. Некоторые купаются уже там. Загорают на пляжах. Ну, мы вчера обгорели. В принципе, немного так. Вот. А так, классно сегодня. Погода уже проехала довольно... 7 километров уже проехал. Значит, переотдых, а потом снова поедем. У меня еще есть 40 минут. Ну, 50 минут еще есть. Так что, через секунду. Точнее, до следующего видео. Так, всем еще раз добрый день. Сегодня катаемся на велосипеде на Зеленом острове. Красота. Лепота. Сегодня рекорд будем бить, ребят. 20 километров проедем. Через километр. У-ху! Красота. Вылетай. Да, сильно есть, а вот ну, ничего, я думаю, меня слышно там вылезло. Ну, последние километры мы наматываем. Да, тяжело. Но рукой управлять и одной снимать. Это, конечно... Вообще, летим просто! Йо-ху! Фу. Это было классно! Надо погнать. Все. Да. Сколько мы там делали? Ну, 250 метров не хватило. Да. Все, через секунду продолжим. Классно вообще. Сегодня покатались, сука, не видно фильм. Может быть, задавать будет сейчас. В данный момент. Так-то всем. Блин, неудобно держать вообще. Ладно, поехали. Поехали. Блин, вообще. Едем по мостику, это идет через Зеленый остров. Так что, всем пока-пока. Так, ну что, ребят, мы покатали почти 22 километра. Сейчас посмотрим. Да, 21.50. Так что я прям не устал.
Ну, ноги немного забились, только и все. Ой, блин. Сегодня народу полно в Южном парке. Фу. Я еле еду нафиг. Фу. Народу полно, в принципе, в Южном парке. Фу. Надо чуть передохнуть и поехать домой, в принципе. Ну, сегодня вот такой блок. Будет небольшой прям. Минут на 7, на 8 где-то. 350 рублей. Час. Ну, чуть больше я покатился. Чуть больше час. В принципе, накатался. По Зеленому острову 5 раз проехал. Там очень тяжело при ветре ехать, когда ветер сильный. Очень напрягает прям. А так, 21 километра, не знаю, делал я или нет. Я вот не помню, наверное, будет потом. Ну, в следующих видео, как бы тоже нужно. Побил я кого-то или нет. Фонтан везде все работает. Вот. Так что всем хорошего дня для тренинга. Всем удачи и всем пока. До следующего видео. И еще. Это был Нижний парк. Тренировка на велосипеде. Фу. Закатались от души просто. Катались. Всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Дальше будет еще интереснее, много видео и много еще. Всем пока-пока. Beep.